Боец из Кыргызстана, ему 28 лет. Рост 175 сантиметров. Рекорд ММА 11 побед, 4 поражения. Является мастером спорта по ММА. Чемпион мира по ММА в 2012 году в Кишиневе, Молдова. Чемпион Кубка Федерации Россия. Победитель JFC 2015-16-17 годов. Победитель турнира Road FC 2018 в Южной Корее. Я напоминаю, этот бой титульный за чемпионский пояс JFC. Приветствуйте! Боксер! Рост 170 сантиметров. Рекорд ММА 6 побед, 3 поражения. Мастер спорта по ММА. Представитель России, Сочи. Сергей Крюгер! Бойцы на середину. Бойцы, это титульный бой. Играем бой 3 раунда по 3. Затылки бьем, позвоночник не бьем, сетку, шорты, шинки не хватает. Партия времени не ограничена, активно действия не будет, я поднимаю. Внимательно слушали меня. После команды стоп, все действия прекращаем. Все ясно? Пожалуй, руки. Покажите красивый достойный. 11. Титульный бой турнира. Вот и много народа!
конец первого раунда за чемпионский пояс GSC. Алматы Арена, давайте больше эмоций подарим спортсменам.
Хорошо! Так, так, так,
Джея Вси, господин Душан Анатольевич. Кыргызстан, вот кыргыз элинин ишенчин актадым деп үмүт кылам, буюрса иншалла. Актадым азыр. Бул поездду кыргыз элине арнайм. Бул мен эле жеңишим эмес, бүткүл Кыргызстанымдын жеңиши. Алга Кыргызстан. Красавчик. 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 Молодец.